друзья! Мы снова в аэропорту. На этот раз летим на море! Вот такой компанией. Бизнес-зал Шереметьево, Шагал. Пойдемте, бабушка ждет. Скоро на посадку. Идем в отель. Все козявки на месте. Небольшой рум-тур делаю. Такое есть. Одна комнатка. И вторая. И опять туалет. И опять комнатка. Вот так и ходим кругами. Посадили в этом зале, пошли на посадку, все, вы рассказывали, что это будет. Я не знаю, что рассказать. Приехали мы, встретились с друзьями. Вот к нам приехали гости. Я тут уже 2 недели торчу. Очень рада, что мы в Ирбуте. Хотя у меня регулярно меняется клуб. Вот, пришли в интересное место какое-то, совсем неподалеку шли. Случайно привели. Тоже обстановочка. Вот такая у нас обстановочка. Блин, а как вот, чтобы одинаково? Да я стесняюсь. Взяли коктейльчики. Сейчас будем пить за встречу. Вот, завтра я уже свалю, поэтому нам нужно максимально продуктивно провести завтрашний день. Так что давай еще вот так. Все, да. До завтра, короче. С вами. Все, идем на завтрак. На завтрак! Мне много лет, и я хочу... А у Софи мои шорты. Вообще уже. Зачем обязательно? Завтрака. Такой у нас отельчик симпатичный. Сейчас переоденемся и на море. Видишь, кович тебе полотенце? Кажется, не снимала. Такой отель у нас. Не вижу, что снимаю, потому что я без очков ничего не вижу. На море. Такой вот у нас пляж. Горы. Чуете, как отдых? Плохо. Почему? Меня в бассейн не пускают. Ужасно. Пляж, а у нас вчера какие-то Лухари пляж у нас. Лухари бич. Да расскажи, что мы бомжим. Мы тут не живем в отеле. Пришли, думали, сейчас у нас лакшери условия. Пойдем к ним на лежачки. В итоге нас прогнали, вот сидим с тем, что имеем. Это я в Дубае. Я сейчас отдыхаю. Да, я так богатая, я это не скрываю. Вот даже пить. Софик! Вот в такой горке скатилась. Тебе отдыхается? Она маленькая. Море нравится? Да. Что еще скажешь? Ничего. Просто еще на клюшке взяли, сели. Разве что тетю выиграли. Еще и Кирюха. Макс, ты подальше. О, цыганский табор. На набережной сейчас гуляем. Пойдем какое-нибудь кафе найдем. Вот компания. Понравилось, Кирюха? Сейчас как звезда. Красивенько тут прям. Банда наша. А дверь не пропускаешь, двери. Дети. Вкусно покушали. Очень. Тусовочка тут такая. Дай я. О, Никанор там уже бассейн. Сенсей мышка. Смотри, я сенсей мышка. Безудержное веселье. Эй, ты что бьёшь? Отойдите, отойдите. Альчик уезжает. Ненадолго мне хватило. Все, давай, пока. Буду скучать. Все, пока.
Закончился первый день нашего тюленевого отдыха с таким прекрасным видом. Заканчиваю этот день. Проснулись, смотрим, как тут еще дни. Я, как самая умная, иду в 8 утра занимать лежачки. Вот. Ну, что поделать. Такой вот отдых с детьми. Да, Матвей. Чем испоганил завтрак? Кому мог? Вот какие мы, вот. Мы, как настоящие крысюки, с самого утра заняли место. И сейчас идем на готовые местечки. А кто молодец? Мама молодец. Мама заняла лучшие места. Как говорится, кто рано встает, тому... Ну и ноги, мам, можно? Конечно. Пойдем вместе, я тоже. Еду на массажик. Такая спа-зона. Или в баньке. Сейчас пойдем в хамамчик. Вот такой у нас массаж будет. Все, я пошла. Как я люблю массажи. Просто не передать словами. Какой кайф. Такая у нас тут атмосферка. Купался, просто лежит в отключке ребенок. Соф, что делаешь? А где София? Ужас какой! Это от коктейля. Расскажи, что мы делаем. Мы ждем, когда начнутся танцы детские, да? Как раз вот у нас будет сцена. Вон Матвейчик уже пляшет с кем-то. К девочке подкатывает. Матвей, ну, ай-яй-яй, рано к девочке подкатывать. Нравится тебе? София, нравится? Нет. Зато честно. Пришли после шоу. Очень понравилось, особенно акробаты. Акробатические. Этюды Советского Союза. Такая у нас обстановка. Отдыхаем. Загораем. Наслаждаемся жизнью. Первый пошел. Мам, приду, я так люблю. Да, круто, молодец. Кто там едет? О, смотри, Софа, кто там едет? Ну где они? Вот они! А можно я обойду? Решили прогуляться по городу. Ищем, где поменять денежку. Такой красивый тут городочек. Магазинчики. У меня самый такой мак. Кикитик тут. Да? Такие магазинчики. Все, закупили. Идем в номер. Такой красивый закат сегодня. Денежку поменяли, идем довольные. Такие тут байкеры крутые. Все, уехали. Гуляем по набережной. Меня только что чуть не сбила полицейская машина. Крыс сделала свое грязное дело. Заняла лежачок. Просто дикая жара сегодня, да, София? Еще в море почему-то не хочет вредить. Потому что она холодная. Да, конечно. Даже уже мне не холодная. Хотя мне все холодно, что меньше 30 градусов.
Ну просто сегодня дикая жара. А вот я кое-что столкнусь. Перебрались к бассейнику. Давай. Бабушка у нас. Вот что делает, гадость такая старшая. Вообще. Вот что делает. Нет! Оставили меня с четырьмя козявками. Две постарше. Ну, с ними, ладно, нет проблем. Они тут сидят, ютубчик смотрят. И две козявки помладше, которые должны спать. И что они делают? Конечно же. Так, Матвей, Кирюша, что делаете? Вы должны были спать уже. Ну, теперь я без Матвея. Теперь я без Матвея. Матвей, спи, а я буду. Вот так вот. Выходим в бассейн. Сумасшедший дом. Это моя мама? Где? А, на телефоне твоем. Нет, это я ютуб снимаю. Небольшой сумасшедший дом. Четверо детей. Я одна против них. Кто победит в этой борьбе? Ваши ставки. Немножечко о том, почему у меня никогда не будет 4 ребенка. Я налила себе чашечку кофе, достала печеньку, поставила на стол, что-то там отвернулась, пока пошилась, поворачиваюсь, печеньки нет. Я такая, ладно, окей. Достаю вторую пачку печенья, кладу на стол, отошла в туалет просто на минутку. Прихожу, печенья нет. Поэтому четверо детей – это не моя тема. Я сладкоежка. Ух, наконец-то вчерашний день закончился. Сегодня иду опять на массаж, только уже медицинский. Как говорится, старостная радость. Все. Массажик. А у нас сегодня 40 градусов. Такая обстановочка. Тихий час по расписанию. Но мы не хотим спать. Никто не разрешал разговаривать. Проснулись в хорошем настроении, да? Завтра кто к нам приезжает? Кто к нам приезжает завтра? Папа! Ура! Наконец-то папа уже. Знаешь, что завтра у папы день рождения? Что ты будешь ему дарить? Я ему буду дарить машинку, чтобы он мне отдал вечером. А какой марки? Шевроле Камаро. Дедик, а я котик иду. Привет, с днём рождения. Мама, а на каком машинку? Армы мои. Господи, ну что за любовь, сумасшедшая любовь просто. Даже в турецких сериалах такой любви нет. Идем с котиком день рождения отмечать. Вдвоем. Нет. Да. Нет. Давай. Нет. Я буду рассказывать. Нет. Давай. Да я уже снимаю. Давай, вот так просто держи. Вот, отлично. Меня видно? Какая у нас красивая набережная. И я красивая на набережной. Вот, гуляем. Сказала, блядь. А что мне еще рассказывать? Вот всё, такой пошли. Прекрасный закат. Пойдем. Вообще, кстати, красивые пошли. Закаты вообще-то. Все, мы идем отмечать день рождения, куда-нибудь вкусненько кушать. Что называется? Фахитос. Фахитос. Да. Да, не делает. Это
Такая вкуснятинка получается. А хорошая, по-братски. Даня, это Ютуб. Китки тут к нам пришли. Китки мёд. Сколько тут? Ну, загадывай. Не буду. Последний день на море. Вот это да. Вот это у нас тут дождик. Второй раз мы приезжаем в Турцию и попадаем на шторм. Такой дружной компанией. Идем куда-нибудь покурим. Прекрасно посидеть. Помогает, потому что у нас в аптечках вообще кофе получается. Ребята, смотрите, дружки пресс. Прощальный ужин подошел к концу. Да, вот, чего? Смотри, дом. О, ничего себе. Вон, да уберите чувак, камеру, блядь. Посмотри, дом. Да я вижу. Не блядь-ка мне на камеру. Дай-ка. Вот прикольный вообще, вообще прикольный. А, на и колесах? Категория. Ну, а про вот что? Вот этот? Вот, да, посмотри, у него там спальня сзади. Из лобового стекла видно. А. Ну, это как маршрутка прям. Ну. В общем, прощальный ужин подошел к концу. Прочел? Да не мешай ты мне записывать прощальное видео. Последний день. С кем ты, блядь, прощаешься все время? Со своими зрителями. Да, Дань. Блядь, взял вот мне все испортил. В общем, прощальный ужин был. Последние минутки. Скоро пойдем кидать монетку. По нашей традиции. Что? И тут у меня друзья. Кстати, удивительно, но вчера она тоже со мной лежала. Видимо, хорошая энергетика у меня. Идет кидать монетку. Можешь кидать? Готов? Да кидай ты подальше. Матвей, кидай. А, ладно, я кину тогда. Все. Ну что, друзья, наше еще одно путешествие подошло к концу. Запросили регистрацию. Сейчас duty free. Вот, только я Даньку потеряла. Сейчас буду искать. Ну, в общем, до новых встреч. Наш рейс, правда, задерживают, но ничего. Все, идем на посадку. Теперь точно всем до свидания.